По килограмму веса набрали за 2 недели медвежата из Прилузья – Толстун и Ворчун. Напомним, малышей обнаружили у разворошенной берлоги еще в конце января. Сейчас они в Тверской области, в Центре спасения медвежат-сирот. Здесь у них прошло плановое обследование. К детенышам приехал представитель госпиталя дикой природы Михаил Альшинецкий. Медвежата были тщательно прослушаны, фон эндоскопа на предмет выявления хрипа в легких взвешены и чипированы. Никаких патологий или серьезных отклонений от нормы выявлено не было. Осмотр у косолапых, к слову, не вызвал восторга. Они всячески пытались вырваться из рук и не дать себя осмотреть. Но ужин после все компенсировал. После сытной еды они отправились на тихий медвежий час.